Я запустил. Открыл. Спасибо. А, я тут... Админ просто... А кто админ, кстати, в первой тиме сидит? Ну да. А, ну этот петух, значит, еще не знает, что мы с твинков сидим. Я. Ты прокал. А что, у нас два дерева, что ли? Два дерева. Ну да. Ну там мид. Что-то дерево. Там, вот, там либо ворчив, либо... Дерево по 2 кило не дает. Демоны. Демоны... Нет, тоже вряд. Хотя... Почему? Нет, они так медленно бы не забирали. О! Так медленно бы не забирали. Ну, вон демоны, я... Не-не, одни демоны, а вторые кто? Они тогда тоже деф. Там какой-то, может, этот Минотаур. Блядь, два демона? Нет. Нет, там два соло-демона, значит. Не-не-не, там голубой и красный. Ну, там два соло-демона. Соло, ты шо? Широкал. Чисто. Спасибо. Мне не хватит. Ну, короче, поставлю, а потом... О. Ого. И уйду в... Там... Че у меня а почему там? Почему не в Арденку? Нафига она нужна? Охуенно. Нет. Я, может быть, если смогу ее поставить, поставлю на 10-ю. А лучше мишек, да, лучше. И хаосники. Ну да, лучше двоих мишек и этих замахи, и все. И типу. Я пока все сложу. Мне бы еще вертолетик. Да. Ага. А, сверну сейчас. Мне надо вспомнить. Смотри, мне лучше мишку. А, да, лучше мишку. Говорят. Не знаю, что мне ставить. Я не смогу. Я тоже, скорее всего. А нет, повезло. Блин, закинули. А теперь что? А... Я вижу. Кому-то. Сильно. О. Да-да. Так.
Мишка. Кругистая. Так, а пятая изи. Пятая изи. Наверное, стоит поставить сюда. Зеленый не дефает. Я в курсе. Сейчас, да. А что он делает? 4 нот? Аутист? Переборщил, да ладно. Да я тупо до 17 буду в масс мишек идти. Хотя нет, не до 17. Поставлю их штук 5. Если получится с хаосниками, и по дауре уже надо будет идти. Блин, если бы я знал, что с зеленым будет так, то я бы в этот пошел. Подскажи. В школу? В школу, да. В школу. Подскажи, ну, мразь. Мид, кросс. Кросс. 7. Дилдаки. Слышишь? Слышу. А мне к 7 лучше апнуть косо? Ну. Кассу, либо еще одного построить. К 7 кассу нет, еще одного построить. Потом пошли 8 уже, наверное, потеток. Ну, все после 7. Ну тебе к 10 главное, просто 3 апнуть, а они у тебя все соло дефы под пандами. Это ж дефаешь, да? Да. И так на передефе считаю. Ты на передефе? Да. Ну, на 7 игра, ну какой у тебя передеф? Я думал, что я на передефе, а к 3 оказалось самое то дефнуть за других. Ну да. У меня сейчас 2 мишек надо апнуть, чтобы 7 дел. А что ставит этот, кстати, желтый? Желтый, первых и последнего. А просто не поставил? Ну не дефт. Хочу ёпта. Школу. Орков. Мне ничего нельзя. Хотя Урсу может брошь, может Урсу. Уже дерева много. Рыжий рак. Нет, я ничего не закидывал, я ферму лапнул. Да.
все так плохо с передев. Ну не обнят. Укажи путь. Типа на взрыве дерево эффективнее. Так. Ну да. Так, теперь мне надо как-то дефать. Мишки танковать должны. Плохо, что вперед поставил, но вперед поставил, потому что я потом хаосников апну, они без фортифайта будут. Ой, мы и не деф. А я тут что, я отгребаю. Жестко отгребаю. Но я должен деф. Да, нормально. Кадуй. Блин, вот это у него прошло, конечно. А я один что ли дефнул? Да. Вы издеваетесь? С полочки взять. Ну да, апать. А, Гарри, не надо ничего апать. А у них что там пошло? Тоже нормально, ладно. А, Виверну. Ну фокусили же нормально. Ну нормально же общались. Что там по шифту у чувака? Типа Гарри чё по шифту. Нормально все, я жир. Да, апать даже не надо было. Зря. Седьмая. Теперь уже пора, я думаю, апать. Акалиты. Так, ну это только хаосников смогу апать. Что-то с пингом что ли или что? Нет, с кашлем. Нет, с пингом что-то было. Ты мразь. У меня что-то с пингом. Что-то он подлагивает. Еще одну мишку строит. Дурак. 157, что это? Успею, успею. 188. Что это? Что такое у меня? Что за лаги? Я лагаю, да? Лагал. Сейчас тоже лагаю. Да подожди, стой. Что с тобой? Так, все, я здесь. Он дерево апнул, вот он молодец. Что за лаги-то у меня, я не понимаю. Пирог. Спасибо. 388. Надо было 8. Да, нет. Чё нет, а не хотя бы. Тролль там еще. Фиолетовый ему. Это забейте просто. А, ферма, понятно, спасибо. Они сомневаются, понимаешь, в моем... В школе?
Да, в школе в моей сомневаются. Так, а я к 10-й ап на еще двоих должен. Мне сколько надо там? Мне надо 340 в школу, да. 3-1 может апай там чуть-чуть. Я как бы еще двух респов делаю, мразь. Понятно. Ап. А кто у нас не деф? Он может быть Зернусом не деф. Ты апнешь 240? Я апну 100%. Хаосник наш этот должен дефнуть как-то. Я должен дефнуть. Ну апай. В принципе, наверное, да, и нам можно апать. Я закинул похер. Для имка мне надо. Ну, гулик можно закинуть, да. Я готов. Мне вряд ли хватит. Виверн кинули. О, я как раз это мне. На. Все, дерево деф. Сейчас бы зомбарей пропустить еще. Значит, хотел. Они сейчас пропустят, нет? Помнит, чё? Ну какая-то херня. Меня отпустило, нет? Школа? 19 отпустила. Учительница после уроков. Ей не хватило. 33 голды, 33 дерева, 23 ферма. VIP. Комода. Да, да нет, какой себе. А мне ничего... А, а мне ничего, говорит, не пришло. И нас сразу разворачивает толпа. Ой, а можно по одному вот так и вырубить всех? Ну, можно не отвлекаться на инк, ребята. Да-да-да. Пожалуйста, ну, минус... Ну зачем, ну Кас, ну что вы делаете? Не по фулу бьют! Да не, это халява. Халява? Тиники размотали. Растанковали все. Я тут кассы по, блин, по имку все били. Сначала по одному, потом по второму, потом по третьему. О-о-о, вы издеваетесь? Ага. Ага. Вы же кончены? Нет. Нам сейчас жопа будет. Ты да. Нет. О, мрази. Один. Хорошо, 9. Вы издеваетесь? Давайте хоть одного. Все, хрен тебе, понял? Но... Почему они разных бить начинают? Там даже инка нет. А еще иллюзия нет, была. Боже. Да, это жопа. Это минус 3 хила где-нибудь. Все ясно. Как зеленый не дефнул, вот меня поражает просто. О, это от ГГ вообще. Все. Поиграли. Научите. Да все. До свидания. Надо было хп апать. Надо было хп апать. Да хп ап. Что-то ты рано как-то сказал про хп ап. Неужели дефнет еще? Издеваетесь? Я не хочу продолжать так. Я тоже. Ты на говно похожа. Почему похожа? А у меня еще ничего апнуть не получится, я крут. Тоже. На что похоже?
Забей, я только ферму сейчас апну и все. Ну к 11 поставлю, чё. Да, лучше ферму. Давай же, ну давай, 5-1 позорище. Зато дефол, блин. За тех мразей. Там орки еще. Орки, демоны. Демоны сейчас в массе и задавят тупо. У нас-то есть. Деревья есть. Хотя деревья особо такие себе. Тут демоны. Демоны не апнутые, что ли? А, не, не апнутые. Нормально. Есть апнутые, есть не апнутые. Ну, тут масса дикая вообще. А мы не хотят дотащить? Нет, не хотят. Это забей. Один деревья не может строить. Комодов ставит бесполезно. А другой фиг пойми, что делает. Как они это делают, объясните мне. Выходят. Даже играть не хочу уже. Да я говорю. И предложение. Что выходит? Ливать уже тут какие предложения. Лапа. Ну, да, вообще, единственное. Может мне ролить вообще это говно? Не знаю. Тебе, да. Пора уже. Сорки есть. Тролль. Стимроллеры и тролль. Все. Я сейчас... А, ну в принципе мне третинник, наверное, хватит, нет? Даже войдов сделать не буду. Я вот думаю, четвертого тени ставить, нет? Ну, да не, хватит. Тоже роль. Ну хотя да, я сейчас 13-ю могу отдать финиками. Да. Так, свернул. Так, я не знаю, чего не апать. Короче, я ставлю чинника и ролю. Смотрю, что там есть. Весь доктор. Грифоны. Интересно, интересно. Интересно, да. Хотя да, лучше чини апа, ниж это. Газ 17 дефа за счет атаки своей. Короче, с этим доктором должны потянуть. Ладно. Нормально. Потом еще рольну. Ага. Стоп, а я. А, это первый ролл, нормально. А сколько у тебя стимроллеры стоят? Вроде уже сотка. Стимроллеры сколько стоят? Какие? Танки твои. 305. А ап? 350. Нормально. Это дешево. Они правда говёные, но... Это лучше, чем ничего. Ну это ты понятно всасываешь, зато ты 13-ю дефаешь. А ты смотришь, как тебя нагибают? Я смотрю, как тебя унижают. Ладно. Анимация показана, что этот
Хавк хиляется, а у него 10 хп. Как было, так и осталось. Ведь доктор не работает, мразь. Вау! Вот это они пропустили. У них там какой-то рак. А, оркис были. А, ну да. Ну нет, все равно, эти дилдаки с демонами. А, куда? А чё по дефу у нас? Не хотите дефать? Оп, надо себе в школу пошёл. В школу пошёл? А я бы сегодня отдохнул, а завтра в школу. Если бы я учился в школе. Я бы был ракаун, да. Понял? Да. Так, а музыка не громко? Нет, наверное. Так, можем тогда. И Ламбер папать. Чё ты делаешь? Ты автор тролля поставил. Ну чё, твоя волна? Да и моя, в принципе. Я только... Да не, ну, я походу отгребаю. О, понятно. Весь доктор не спасает. Смотри, что за бредовая загруженность? 47, ну, половина просто на половину видяха. 1050 и 8-ядерник FX. А 56 FPS. Чё он скачет-то? 4 гига из 8. А нам не засылали, да? Они, походу, тоже апали. 9300. Да хрен с ним с жёлтым. А, я дефу, нормально все. Кое-как. Учитывая, что теники против мэджика не очень. Так, мне же надо будет сейчас ферму опустить. А кто сказал, надо ламбер апать? Зеленый, да? Желтый. А. Сразу адер радуйся такой. Все, можно ролить. Ну да. Так, а тебе танков масить. Правда, ну, верт да. Нужен какой-нибудь. Что-нибудь по бонусу. У тебя бонус атаки нет, нифига. А ты че, их не апаешь? Ну, пока нет. Надо апать. Я знаю. Ты сейчас отгребешь. В курсе? Отгребешь. Это с деревьями. Он опять телеги ставит. Ну что он? Он тупой? Глупый. Ой, все понятно. Ой, я не деф. Я в курсе. На что же? Потому что телеги ставят. Нахрена эти телеги нужны? Он сейчас 17 и только так отдаст. Как я. Как и ты.
А ты типа нет. Нет. Ге ответ. Спасибо. Деревья, друиды. Ну, деревце можно поставить. Ага, и друиды. Нафига мне друиды? Просто... Сейчас кузнецов можно поставить. Нет. Спасибо. Ты уже сам это догадался. Он хавку фапает, ну. Не плачь. Два дерева стоит, а нахрена? Школа. Что ты глупый или да? У меня опять можно ролить сразу. Не дефаю. А? Ты это не дефаю. Нет, ты дефаешь. Спасибо. Сынок, но у нас бонус атаки вообще нигде нету. Что за роллы такие удачные? Мишка. Удачно. Устал чуть. Перпы. О, мне на танк второй, третий апутый хватит. Так, 16-е, что делать? Наверное. Может деревце поставить все-таки? Вперед. Тебе может. Ты можешь в школу пойти. С дубляинкой прошу. Что я могу бросить? Я могу только пару варлоков кинуть. Баллисту закину. Бесполезно, конечно, баллисту кидать, но... Короче, если мы каким-нибудь чудом доживаем до 20-й, я буду ее дефать за всех. Зеленый сейчас отгребет. О, как он отгребет. Если ты пятых не сделаешь, да, ты. Кого не сделаю? Ну, пятых. Ну, Т5. В смысле, не сделаю? Да не дефнешь. Ну, вообще-то я про них и говорю. Ну, во-вторых, у меня есть... Школа. Да. У меня хавки дефнут. Так что не гони, мразь. На перспективу одного. Апну, не апну. Не апну. Ну ладно. Спасибо. Ну нам жоп. Ага. А, у него три апнутых дерева. Четвертое не апнутое. Шесть хавков. И одна телега. Тебе жопа точно. Спасибо.
Пожалуйста. Конечно. Чё, мне два демона давайте. Раз демон, два Суки. крака, варлок. Два демона. Крак. Знаешь, что мне вчера пришло? Четыре демона. Четыре, Карл. Да, это жестко. Ну все, тут ГГ. Ну я варлока поэтому убрал. Я, короче, еще свое бы дефнул по-любому. Если бы не заслали, я бы ваше дефнул, но тут. О! Давай. Мне надоело. Король так упал, да. Ну как? Кто так играет? Кто? Он зафейспалмил. Он мог просто не падать, короче, а рука-лицо сделать просто все. Пойдем в нормальную игру. Ага. Че? Вот и да. Почему? У статих я нет. Да. 12 пинг зато. Тут 13 вообще. А кто там? Никого нет. Кроме тебя. Ты мне пишешь? Брат? Нет. А. Нельзя, нельзя, нельзя. Прыгай, тварь. Китки. Я могу тебя свапнуть, кстати, в курсе? Нет. Давай свап. Хуй соси, понял? А я тебя не могу тоже. А знаешь, как можно, типа, в одной тиме, если сидишь, то можно с места на место. Да прыгай уже, ты тупой. Нет. Лапать не на почте. Смотри. Чё? Ага. Я тоже так могу. Что у Сергея, сука? Старт от ме. Понятно. А, надо сейчас поменять название-то. А то у меня стоит ЛТД. А ЛТД у нас очень классно получилось. И долго. Да, хорош, я в курсе, что стартанули. Так. Кого-то вчера бомбило. О чем? Это? Это пост в группе. Спроси, у тебя? Наверное, у меня.
Не прикреплять. Чтобы не спамить особо в группе. Мрази. Уря, уря, уря. Наконец. Уря. Сейчас тебя паладином контролить будет. Контрить. А тебе книга больше всех нужна, кстати. Обломись. Иди в школу учись, как книги забирать. В библиотеке что-то учиться. Библиотеки тоже могут не дать. Кинь в деку. По-быстрому, оно. Вкидывай в деку уже. Так КД было. Почему я не забиндил? Прокал. Спасибо. Этот баф изучил. Третья сила. Да, где твой яд, тварь? Ой, там рифл. Да, отвали! Да, может, вы отвалите от меня, придурки. Моя книга. Отдыхай. В смысле? Да нахера тебе? Где мой инвиз? Жопа нашему, да? У тебя есть враг. Зачем тебе книга, дурак? Тебе очень нужна Варден? Мне очень нужна книга, дурак. Нет. Что он хочет? Зимние тут. Новоченок, а он же вчерашний, да? Ну да. Типа, я первый раз в перкатке, ого, посмотрите, ё-моё. Не делай этого, уйди отсюда. Ого, сильно. 40. Откупил. Ясно. Тролля бери, мразь. Сейчас умирать будешь на центре, тебе будут станить. И яд бросать. Я думаю... да. С ядом. Конячкой. Может, контроль? Нет. Чё? Возьму. Ты куда встал, таракал? Нормально я встал. Ты чё, не умеешь, блин? О, господи, стан, не стан, какая нахрен разница-то? Да конь у меня не может щит дать.
еще и сало, что ты хочешь. О, чисто. Надо было мне Варю дать, я бы встал с противоположной стороны карты и все. Тупо. Ну так за Варю играешь. Отсутствуешь, потом мы карты не тащим. Зато тащу портфель, а ты не тащишь. Давай. Ну уже ты сразу ее забираешь. Нет. Я типа не тащу. Ну а зато я тащу, а ты нет. Мразь. И сверху я уже порвался. Тащу, да. А я тут уже все порвал. Порвал ты, жоп ты себе порвал, школьник. Минус голем будет, нет? Минус голем, изи. А кто там есть, говорят? Шаман, Хекс, все дела. А я буду резать потом. А есть здесь кто, нет? О, лянь. Дайте продать что-нибудь, твари. Что ты меня станешь, тупой? Ты нежить апаешь? Он раньше апает, тупой. А что мне апать? Ты что, дурак? Жоп свою апай. Аутист. Молодец. Свалил отсюда. В жопу. Тупой. Ой, 2300. А можно мне так жестко? Да, пингвин задолбал. Дайте мне что-то продать-то, ну. Или вы уроды? Минус троллик. Я тут Дину так хорошо добил. Украл, вернее, у него фраг. Как я умею, ну ты же знаешь. Нет. Да. Не, ребята. Не дам левел. Ладно, этим левел не давай. Они тупо левел хотят апать. Дурачкам с четвертой. Вот молодец, теперь он сдохнет от меня. Сейчас он пожалуйста. Что, не сдох? А, не сдох. Билик бегает. Какой билик вообще? Пятый. Круто. О, тут жир типа. Не был косарика. Ой, ребята, у вас тут конь есть, я смотрю. Ну, тролля убил, пидор. Ой, жопа мне. Жопа мне. Забрали меня. Уроды. Я забыл, что у меня ТП нет. Да. Я коня продал. Там еще и троллик есть, круто. Там, кстати, корм вот здесь. Ни разу не жирный. Ага, под тролля бы сейчас ультовать. А че? Там и корм есть, а ты за героями бегаешь. Не левел надо, чтобы я корм. У тебя какой левел-то? 13-й бомж. У тебя 13-й. Я такое увидел уже. А, только увидел, я ему светил полчаса назад. Я говорю, там корм. Ты иди ты нахуй. Бомж. Пучлицы твои где, тварь? Скоро. Что ты хочешь? Молодец. Двойку поставить.
А это они меня фокусят так, что ли? Прикольно. Ну да. Ясно. Тогда. Все с вами. Бля. Ракал. Да ты тоже сдох, иди в жопу. Ракал. Варден сдохла. Что это? Олхим сдох. Что это? Как это? Ну вот это вот так вот это. Да тварь. Есть кто, нет? Никого. В смысле ты меня останешь? Помоги. Урод. Помогаю. Тварь конченый. А чё ты ульту не бил? Я бил. Ты конченый. Дай мне своего краба, урод. Еще раз апну. Пару раз. Какая у тебя нежить? Жесткая. Какая? Жесткая. Какая речь, левел мне? 13-я. Мразь. Иди на... Этот напал. Хекс шаман. Краба купил. Подожди. Не жду. Краба купил. Не мразь. Ты же глупый. Я тебе сказал, краба купил. Рещи, ну. А, ну на, купил уже. Твой. Рещи был. Какая ренжа у тебя? Пятая? Жесткая. Какая? Не знаю. Должен знать. Мразь. Ты резнул? Да. Я хотел еще раз одну. Че там по Next? По Next все хорошо, я беру шамана. И трясу к херам вот этих уродцев. Он бежит за мной, все-таки бежит. Она бежит. Тварь. Отвали! Обломись. Смотри, чё, ждал. Урод, гнида. Ой, форсир, как дела? Минус. Спасибо. Я беру шамана. Потом хекса беру. Жира нет, только правда, вот это плохо. Ой, опять их. Ой. Да ты, может, не будешь потеть над моим шаманом, урод. Так, а почему нет вообще? Да. Ну давай магу геодезисту подарим орков. Я орков делаю. Тут волки дикие. Я дикий, мразь. Стиллера. Стифлер. Что хотели? Это своими койлами закидывать, типа. Я ему орков дарю, чтобы он резнул, а он... Тварь. 17-е? Что? Ты че левел надарил, аутист? Ну что мне убивали. Че я тупой. Надарил? Где твой портфель? Какой?
А что, идешь уже от бурдалаков? Нет, не жестче. Какое? Забрал кого-нибудь, не? Да. Брось. Ну, шаман, можно убивать. У вас форсир. Ты слышишь? Чё у нас? Говорит, шаман, можно наливать, у них форсир, блин. Вообще дураки. Кто говорит? Да, ну, да, шаман, да, можно наливать. А, ну да. Да ёпта. Они такое видели, что ли, шамана? Ещё устрою. Жёлтым. И... Ну, вообще, типа, да, я им жизнь хорошую обеспечу шаманом. Я уже три раза съелся, что-то сильно. Опа, вижу корм. Не вижу преград. Препятствие, аутист. Вот это сейчас гг. Да жопа. Он задолбался своей этой хренью. Да ёпта. Да. Закинул все. Минус. Да, он успевает еще меня станет этим говном. Да ёпта. Вроде. Да в смысл? Прокал. Они сейчас сдохнут там все. Вообще они подъедут. Да. Прокал. 19-й парень. Сука. Объясни, как ты это сделал. Кажется. Ну, сука, фарм есть, блять, я не могу подойти даже тут. Ну. О, там сильно. А, ну ясно. Ты мне еще сзади в спину будешь. Да заколебай отвалить от моего шамана. Урода. О, волки. Я понял. Еще. Ты что-то будешь делать, нет, урод? А я резаюсь. Я обделал. Решай, что там, мразь. Сейчас буду решать. Вот оно. Там. Геодезисты вообще не трогают, я смотрю. Да. Урод. Да господи. Смотри, какой молодец. Качает меня. Опа! Там только слив построили. Эти опять бегут, валим. Там у них походу ДК нулевый вообще, да? Бэм. А в смысле, у него амуль. Он что, бешеный? Против яда аж амуль покупать. Давай иди убивай, у тебя корона есть. Я знаю. Ну так убивай. Армию пока. Там форсир качается, блин. Ты фармлю пока. Там. Да ёпта, вы занимали уже. Так, давай форсира вкинемся, ну. Ну, сейчас кинем. Да. Я ему закинул, всё. Под ядом еще. Ой, хана ему. Минус он. Ну, блядь, ну хелп, ёпта. Сейчас яду закинем. Там минус она, всё. Ну. Минус ульта. Да ёпта. Этот под ядом еще. Минус жопа ему. Не, не сдох. Давай пойдем сразу. Да куда она пошла? Рыхана. Блядь, я тебе ТП купил. Спасибо. Ты мразь или да? Корм ТП отдай. Воровать. Тебе не надо. Аутист. Сначала 500 голды ворует, потом говорит ТП отдай.
Я себе купил, не себе. Да мне насрать. Я себе купил, не себе. Ясно. Да, это себе. Еще под инвулом буду бегать, и не получится. Не убивайте здесь никого, дайте мне продать. Да, трона. Ты как хочешь, я апаюсь. Я апнулся только что. Сука. Там волки дикие. Да. Ну надо решать, чё да. Прыгаешь, веер и всё. Да? Да ёпта. Что будешь делать? Что ты будешь делать? Трясти. Чисто. Волков, говорю, забирай, тупой. Он мне не хватает веера, блин. Они в это, с вампиркой. Что делать-то тут, блин? Валить от шамана моего, ну. Вот. Так хорошо. Еще 300, что делать-то? Ой, там Блейд. Ты, может быть, не будешь убивать наш корм и юнитов, которых я продавать могу? У меня так парни. Тупой. Где он фармил? Волков. Ты косарь дамаги, что ли, нет? Тупой. Форсир. Под ядом. Нет, не под ядом, ни хрена. Этот. А! Все, мне ГГ. То что ты кто? А, у, ти. Ну что он мне поймал под эту хуйню. Все, они там умирают. Ясно. Ты сможешь? Я его бью. Я успею его убить. Блин, я крабов купил, блядь. Тупой же. Надо еще ап. Я не против. Не хватает бабок. Мне тоже. О, блядь. Что я творю? Господи. И все, и пускай гуляет, короче, со своими волками тут. Тупой. Варя, алло, контроль. Я вижу, она только что резнула. Так а чё она убегает, контроль её? Потому что там точка сбора. Мне насрать. Кого можно продать-то тут? Не убивайте, блин. Во. Поубивали всех, продавать некого. Сейчас будет ГГ, походу. Если так же дальше продолжится. Архмаг, волк. Там дом первый. Ну, Билик. Билик вообще не выходит. Как понял. А волки фармят только дико. Чиниться надо. Обратку, что ли, брать? Кого? Обратку. Надо, да. Я буду копить тоже. Он на меня глаз положил. А я на тебя, знаешь, что положил? Нет. Рак. Так, есть два косаря. О, чего? Да чё они такие жирные? А, там орки уже.
форсировал рубашку. Что делать? Обратка, все. 6800 копить. Что это делает? Дурачок, что ли? На. 2,5 у меня есть. Сейчас продам еще что-то, будет хорошо. Да ты копи на обратку. Коплю. О, сейчас будет ульта. Нет, не будет. Сраные волки. И вот была бы обратка, все бы, сейчас бы изи разматывали этих волков. Да что ты будешь делать? 3 косаря. Там ульта у него. Ой, там еще этот строитель, я смотрю. Ладно, не буду его трогать. 3700. Все, уйди там. Да, ну нет, ну пожалуйста, спасись, а? Жопа мне, алхим минус. Круто. Где мои тролли? Жопа. Мои тролли. У тебя не жирные, да, они ни разу? Да так чё, один стоит? Бешеные волки. Он дурачок или да? Нет, он даже вышки не стряс? Я не знаю, что он хотел, он думал, что они меня убили. 28-й, ну дайте мне 28-й тоже. 4200. А как там говорилось, типа, если нам жопа и другого способа, кроме как передать деньги и купить нужный айтем, у нас выйти из игры нет, то можно, да? В смысле, что нужно? Ну, чувак, типа 6800 нам же надо. Да. Ну, а у меня есть 4400. У тебя 2 косаря. Сейчас я продаю алхимом. И у меня будет 5,5. Где-то. Будет качать еще. 400. Мне надо еще... Ну, еще раз продажи и все. 1400. Не, мне не хватит еще. Капец, там волки фармят. Вы что, бешеные твари? Ой. Этот меня только станет фокусит, все. Там форсир под этой хренью. Ох, дайте только обратку купить, я вас размотаю. Ну чё она делает? Бил. Чё она делает? Форсиру. Она обратку делает. Я форсиру убил. Хорошо. Всё. Пойду, утону. 21-й парень. Собираю пожертвования на обратку. 6400. А, вон он, оригинал. 6700. Сейчас продаю и нормально все. А, слушай, я же еще и бабки делаю, если я всадниками херачу. Ну да. Это круто. 7500, все, 600. Да, вождь. Я вождь, да. Все, я купил. Так, блядь, еще чашу возьму. Промахнулся. Форсира убил. Ва! Вот это красота там. Я покупаю этого ненького. Ага. Ага. Обраточка пошла в ход. Может мне армор еще взять? У тебя бабки есть? 5к. Возьми. Только надо будет рядом бегать. А точно.
Все, теперь волки отгребают. А ты еще морлоков можешь делать, не жестко? Да, я в курсе. У меня как раз грейды есть. Пока незачем. А следующий он к нам пойдет ведь, да? Этот самый. Кто? Яндекс хотел сказать. Енот. Не, он смотрит на вторую. А, первая, потом к ним, да? Слушай, а мы его убить сейчас можем. Шаман нормально вносит лепту. А почему такой жесткий? Потому что каждым ударом все больше дамаги. Волки убиваются, все хорошо. А там у него херня, блять. Какая? Браслет. Значит себе брать. Уже код. Нет. А, это ж раб. Че я делаю? Может мне хикса взять? А у тебя жира нет. Тебе еще резать надо. Тогда я ролю, я хочу это. О, волки изи отлетают, все. А зачем ролить? Ты дурак? Я могу взять просто хикса. Так бери. На все денег надо. Я просто хочу фокса. Мало ли, что ты хочешь. Сюда мы будем. А, давят. Ну как давят? А, дом ломает просто. Он будет волками теперь дом полупать. Но тут типа армор. О, 31-й дурачок, смотри. А, понятно. Мне 32. Вау! Это ты нафига сделал? Убери свою ульту, она бесполезна. Ой, да я случайно ультанул. Ладно, пусть будет. А, ясно, этот тут еще будет моего хикса давить. Короче, ролю ищу себе. Блять. А я сейчас все заберу. Изи бабки. Не ты. Ну я не все, но я забрал. Может тинкера там есть? Можно. Но надо сначала бабок накопить ему на шредеровские всякие штучки. Потом уже думать. Как мне качать хикса? Скажите. Да я так. Да я так, чё ты так тупой? Продавать так. Некого. Ракообразное. Спасибо. Хекс этого. Е. Нету пока хекса там. Коричневый больше не играет. Там он со старта не играет. Ну он биликах теперь ясу. Для бабок нам, да? Так, 7 косарей. Если тебя трясти будут, сразу опайся просто и все. 7. 600. Это меня сразу напало. 7 с половой, значит. Дурак, я ТП-ш несу. Давай его захексу сейчас, просто быстренько. Дина можно. Ну вот. А, алхим! Вот это да. Благо у шамана обратка осталось. Охренеть. Вот это долбанули. Конкретно. А, тут Билли просто стоял, я понял. Тогда. Сколько она? Да мразь, убегает тварь, боится. Может мне жир взять чуть-чуть каждому герою? Мурлоки пошли в ход. Так, погнали против этих лохов. Вау, вот это там разнос.
Форсиру плохо. Эти все убиваются. Мурлоки давят. Ну, все, мне тинкер готов. Одетый? Теперь осталось вкачать. Хорошо, передаю ему корону, армор, все. О, волки об мурлоков убиваются. Мурлоки жирные. Надо сетку ему какую-то или что-то. Как-то вкачать надо мне хикса того же. А чё я? Инвол беру и всё. Хуя себе. Ага. А чё его удивляет? Новая сборка. А, да, слышишь, трясти будет сейчас. Бабки скидываю тебе. Да я сетку возьму. Окей, я не скидываю тогда. Трясёт, трясёт. Ага. Сетка. Все нормально. Три косаря у меня. Можно что-то делать. Тут... Да, смотри, смотри, что он сделал, смотри. А у меня инвул. Посмотри, что я сейчас сделаю. Да, я тоже так сделал, хорошо. И минус форсир. Ясно тут все. Как он сдох? Минус волки все. Как сдох, как сдох. Вот так вот. Мурлоки, погнали, пацаны. Этот мурлоков станет моих. Жестко. Блейду тут тоже плохо. Этот обратный дох. У меня чуть хекс. Чуть хекс не сдох. Жаль, мурлоки не бафуются. Слушай, а трясти можно. Погнали. У меня, правда, 30-й. Да как он не. Ты коричневый сейчас трясешь. Фарму. Понятно дело. Да, в смысле, я стою. Да ты, да, может, уже отдохнешь, он хикса пытается давить моего, смотри. Смотрю. Смотри. И оно того стоило? Хикса, блин, нет. Где хекс-то? Ну, не успевает. Да отдохни, дядька, ты же тут не тащишь, уже все. Продать. Блейд что-то потеет. Ну. А Блейд туда пошел. Блять, сильно. Волки будут. В Блейда вкинул. Хекс откинулся. Шаман минус сейчас будет. Не. Главный с обраткой. Да ёпта. Почему у вас юниты тут стоят? Опять будет трясти. Может, ты апнешься уже? Апайся. Ага. Апайся. Все. Удачный тряс вообще. Молодец. Научите. Да, 31-й шаман сейчас будет. Все, и до свидания. Надо шаману какой-то жир дать. Этот у нас что-то ищет, да? О, смотри, красота. Изи. Ага. Ой, бабок он мне подарил. Он мне 3 косаря подарил. Нормально, мне косарь. 10 косарей, что хочешь? В школу хочешь? Молодец. Погнали. А, надо мне что-то... Жир купить надо, наверное, шаману. Вот. Ему ауры все передать. Вот так вот. Корону ему куплю.
Не пожалею. Он у меня молодец. Отсюда трясануть надо. Мы бы и трясануть, но... Волки против мурлоков. Изи. Волки не тащат. Шесть двести опять. Я пусть. Вообще они уже ничего не могут нам делать. Типа обратка. Все. Тебя им надо кого-то вырубать из тебя. Потом мне этого кинуть прокачаю и все. Проще было с Фоксом, наверное. Да к тебе тинкера просто качать и все, и дальше мы вин. Ты там забираешь их в ульте, а потом я иду трясти. Просто волки. А этот опять бежит своими волками позорными. А чё ты можешь? Чё ты можешь? И чё ты не можешь? Блейд ещё тут подсирает немножко. Пытается. О, Алхима давит. Смотри чё. Дикий Блейд. По два косаря криты. Надо армор твой как-то это. О, енот. Халява. А не я сейчас хиксом. Не Фокс. Не Фокс. Хрен с ним с Фоксом. Я сейчас хикса вкачаю и ультить буду на полкарты. Ого, у них Шред. Пизда. Выноси Запа... Блейда, хуй. Да уйти дайте! Минус хекс. Надо Блейда выносить, хуй. У Блейда Шреддер? Да. Этот тупой бегает за моим Элхимом, аутист. Ну чё ты можешь? Чё ты можешь? Скажи, ничего ты не можешь. Вот там монетки валяются. Ладно. Так я убил. Потому что... Этот аутист убегает. Яду ему вкинул. Блейда выносить, говоришь? Какой там у него дом? 100к? Я тряхану чуть-чуть. Так, не надо это. Блейд там полу хпшный вообще. Вот, ты глянь, 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 что делает. Минус Блейд, хорошо. Сноси все. Нормально. Допрыгался, а то накормили его. Так, теперь надо хиксу жир, наверное, купить, или алхиму, кому? Все, нахрен, уводи свою ульту. Тинкер со Шрёдером, где там наш? Волки, блин, дохнут не от моих, а от гангстерских, он там бабки делает. Да уходи, ты чё делаешь? Тупой? Я ухожу, он находится, на. Минус армор, да, наш? Я жив. Тварь. Короче, когти беру, это надею. Нафига ему когти? Убери стан нахрен, убери стан, бери ему инвул. Да нормально. Плюсы ёху, бери, короче. Давай перчатку возьми, она ж очень сильно помогает. Есть шредер, блядь. А так теперь... Перчатка... 5%. О, господи, балки. Все равно. Перчатки лучше. Сферу взял. Какая сфера, блин? Обычная.
Ой. Все, тряханем. Дайте что-то продать, ребята. Ебать. Да, продать. Я хотел. Он тролль. Понятно. Забей. Сейчас тряхануть надо, можно. Форсиры забрать. Да ёпта. Грандмастер пингвин. Грандмастер бит. Пикнуть героев. А что у нас там осталось? Мы будем сегодня убивать Тинкер. Куда они там фармить что ли? А, он сейчас ультить будет, слышишь? Нет? Кто? Да, он ультит, смотри. О, халява. Нормально. Я все там отбил уже больше половины. А дурачок жив, да? А дурачок жив. Там вон волки. А, ну ясно, минус мой хекс, да? Красавцы. Уроды. Хекс живет. Ну потому что я спас. Слышь, ты мразь. Надо хексу корону, все. Задолбало на его фокусить. Видать. Я куплю. Ой, я тебе купил. Отдай. Спасибо. Нельзя отдавать. Можно. Ты мразь, я тебе купил. Нельзя покупать. Хекс до сих пор 18, как так вот? Чё, давай залетаешь Тинкером, когда ульта откадешится, и мы сносим их. А, мне повышки что ли хотят, или чё? А, или он чё он хотел? Я не понимаю. Третью корону Тинкера будет. Ой, этот. Алхима будет корона. Чё хотели, ребята? Да ёпта! Воу, воу, воу. Мурлокс. Тащец. Сейчас опять в хекса стан будет, нет? Нет. Ого, вот сильно. У меня. Короче, гему беру этой дуре. Бери. А гему. Не, не беру. О, смотри, смотри, там дурачок. Дурачку плохо. Косарик. Опа. Здрасте. Ульта готова. Ну давай иди ульти, я буду сносить вышки. Варю подведи, чтобы армор был. Он дохлый чуть-чуть. А этот ждет, ждет, смотри. Этот ждет меня он. Он отпушись как рит. В хексе, в хексе. Да-да-да. Дурачок в хексе там. Захексил, а не захексил. Отец. Жопа. Да, нет, алхим спасся. Этот хекса фокусил мы его. Потом. А у него корона, обломись, упырь. Нахуй. А этот, сейчас тебя унесет ультой, смотри, смотри. Ага, удачи. Серьезно? Это Шизи. Все, пока. Он типа отвлекал просто. А да это халява. Портфель тащит. Завершение операции, нужно, понятно. Че, затащили портфель? Нет. Ну чё, всё? Жёстко. Чё? Чё, всё? Сам гей.
ЛТД? Да. Знаешь, что меня удивляет? Почему ночью этот админ просто не кикнул? А тебе ж пайпи вчера забанили. Типа да. А его самого в итоге банили за то, что он выпендривался. Че, серьезно? Ну так а я ж тебе показывал. У него там два бана. Уговор и угроза баном. Ягор туда-сюда. Прям второго уровня. Ты что, он реально хуйню творил? В итоге что? Его опустили, он обосрался и ушел. Кол. Да. Опа. Опа. Все, ГГ. Это шаман, конечно. Ну, ты точнее, я экстрасенс. Чё? Ты шаман, я экстрасенс. Бля. Ты видел, как я прыгнул на третий слот, потом опять на четвертый? Я и хотел, думаю, что-то не так. Надо что-то куда-то прыгнуть. Вот, и я все. Ооо, я все сделал. Ооо. Давай. Я в соло пойду. Ну, типа, давай этот кросс. Я? Все. Чуракал. Оба соло. Ну ты жестко. Ну давай. Ты гейско. А куда ставить? Спавна ставь вот здесь вот. Алёша. Думаешь? Any English? Вот, London is the capital of Great Britain. Алхим, тролль, арчи. Он может двух арчей поставить и дальше масить алхимов с гидрами и троллём. И дерево себе апнуть. Миша, демон. Что этот научите. Бритон, прокал, как ты Бритон написал? Бри. Гриша. My name is Ниша. Ниша. Прокал. Да чё ты там стакаешь? У тебя и так. Да к труповозками. Да, вообще, я не знаю, надо постараться первую не дефнуть. В соло, точнее, да? И... Тем более... Ну, я не знаю. Так, а у меня ты ещё мне некро ставишь, слышишь? А чё ты мне ставишь, мразь? Дерево. Два чё дерева, понял? Одну апач, другой нет. Ты мне... Чини туда ставишь. Не, я подумаю. Я всё равно буду ролить. Два дракончика, хотя два, да, поставлю и буду ролить. Ну, и дерево. Тебе на пятую надо будет одного дракона апать. Я знаю. Я уже сделал так, мразь. Ты уже сливал так, понял? Нет. Гей ответ. Школа иди. Спасибо. Закончил года 4 назад. У школьника. А ГСВ может 9 класс окончить, короче, и сказать, я школу окончил, пацаны, я не школьник. В 16 лет. Уйти в технарь, сказать, я студент. Он уже меня ПТУшником называл. А ты кто? А ты МХУшник. Думал,
задумавшись, пошути что-то. Яичник, не знаю. Яичник, что? Наш, не деф, вторую? Или... Оп, уп. Ясно. А, у него демоны, чувак, Maybe. Фрост, демоны, как? Алхимы сейчас порту... А, нет. Ну, часть сманили, только смысл. Нафиг? Давай бросаем. Да. Пока еще. Я все дефолт. Давай бросаем в школу. Я тоже все, кроме сатиров. Не знаю, что с сатирами будет. Хотя да, я... Не, я дракон. Ты сатиров дефаешь. Драконом. Ты все дефаешь. Кроме восьмой. Восьмой дефает тоже. Нет, ты мразь, не дефаешь восьмой. Что-то у нас слишком жесткий кросс, тебе не кажется? Как думаешь? Нет. Я готов. Школа? Нет, некр готов. Говорит, я, говорит, портфель собрал, мам. I will. А так сегодня рано же еще, сегодня суббота. У него 5-0, чувак. А... 4 труповозки. Ясно. Что этот самый тут? Так, где, ребята? Здрасте. Слава тебя. Мне вообще ничего. Да идите его в жопу. Не играю. По фарме ничего. Так, я развернул. Давай разворачивайся вот. Его подстраховать? Нет. Ну ладно. Я скажу, когда надо будет. Это изи. А, ну понятно. 5-0, 3-0, 6-0, 6! 6! 6-0, я линь. 5. Давай. 7-0. Давай его кикать. Давай его кикать. Давай на щеной. Как хитро жопа. Ну ладно. Вот когда за него бабок не будут давать совсем, тогда... А, у них там кони. А он еще удивляется, почему... Почему он не дефает? Почему? Действительно, почему? Действительно. Бля. Так как во воле тени. Так, все, ладно, пора ламбирапать. Тоже так умею. Не драматики так говорят. Такова валетени? Нет. На пятый меня подстрахуешь, понял, мразь? Нет. Да, гей. Ша. Ну ладно. Может, ты сделаешь? Я бы сделал, если бы у меня была голда. Я просто хочу как бы на пятый не протечь и седьмую потом дефнуть с мишкой. Спасибо. О, наш старается дефать. Старается? Да. Видишь, прям старание у него. Так, нет, короче, я нахрен виспа, я лучше еще не крас сделаю. Я чувствую, придется дефать пятую очень сильно. 7-1, 7-1, парень. Он опять удивляется. Да-да, типа. Одна голда, понятно. А за одного... А, это... Эй, можно я хоть одного убью? Твари. Ясно. Мертвые ждут. I'm gonna just keep leaking. Чё ты хочешь? Will up team. Big Walkers. Почему он просто не пошел в мид? Почему Желтый. Он просто не пошел нахер? Да. Чё это?
Просто не обращай внимания. Не хватало. Ноль голды у него, парень. Он сделал двух алхимов. Так, ну я думаю, может даже и страховка не понадобится. Да, я жещу. Ты дефишь? Дефишь. Господи. Ладно, алхим. Алхим, он стакнул алхимов. В итоге... Я его назвал аметистом, он пишет колки. Чё он... А, голда не идет. Да, парень, голда не идет. Ну пусть это кингапнет. Нон, плиз. Дальше этого кикнем. Если да. Чё, на восьмую. Да, он сам. Шнур дернул, короче, понятно. Ой, да вообще похер. А можешь микрофон вырубить? Уже задолбали твои сверчки опять. А, как будешь не слышать? Писать будешь, если чё. Обида. Да я задолбали, они серьезно, уже сколько часов я их слушаю. Так. А мы же хил не теряли. Типа, Рамкаго. А дерево ты рано поставил. Хотя не. Спауна надо будет тебе на седьмую еще поставить. Один ноль, чувак, мне надо что-то делать с этим. Я намерен дефать все. Хрен с ним. 1-0. Пусть я как рак буду, но... Я буду дефать. Надо будет меня тут чуть-чуть это подстраховать, если что. Или нет, нет, не надо будет. Я сам тебя подстрахую. Я думаю, это не в обиде, я двоих забрал. Спасибо. Ну вот сейчас ты пожрешь зато. 170 голды, поставь дерево, да. Что ты делаешь? Да я апаю, все, после этой. Рак. Все, максимально сейчас заработаю на сатирах. О, я убью Вламбер. А я чувствую, мало заработаю. Мент даже пришел, вы что издеваетесь? Жопа мне, страхуй давай, тварь. Как хочешь. Тебя тоже жопа, что ли? Тени держится как может. А хрен. А не, успели.
Ну так тебе тоже жопа. Что у нас? Гарри... А, Вэрик Вейв. 15. Ну такое. Да что опять с пингом? А, ты лагаешь тоже. А походу сервак лагает. Сервант. Можно отбиться хоть, нет? А еще я лагаю, круто. Нормально. Я уже и отключен от игры, круто, мне нравится. Пик-то хороший, мы бы дефали все сейчас. Блять, зато я подефаю. Что, тебя вырубит? Я думаю, да, вырубит. Блин, ну Инет же работает. Чё, в чем прикол, почему меня? Конченый сервак. Что с ЛТД сегодня? Что вообще с серваками со всеми сегодня? Ждем реконнект. Я подожду. Мне надоело. А? Я отлагал? Нет, мне показалось. Че, мы сегодня будем на суперкатку? Можно. Серваки не будут лагать, я буду тогда идти нахуй. Ко мне, короче, друг пристал. Ты, говорит, пробовал Тегуаньин? Я говорю, что это такое? Я говорю, чай. Я говорю, почему ты уверен, что я его пробовал? Я говорю, что в нем особенного? Ты когда-то его пробовал. Просто он знает, что я его пробовал. Я говорю, откуда ты знаешь, а я нет. Понимаешь, мне даже пинг не показывает. Ну, нормас. Короче, я тебя отрубаю. Вижу. Ты что, гей? А, не могу. Аутист, вот так вот. Могу тебя кикнуть просто. Да я тебя кикну потом. Школу дик. Школу вся кикнет, из урока вся кикнет такой. Ладно, пойду поступок. Тебе сейчас дефать придется, Ракал. Да вообще буду. Кингом контроль. 40 секунд есть, больше. Уже 20 секунд осталось. Шикарно. О, как раз успел. Чё, мразь, ты хил потерял, да? А? Ты хил потерял. Опа, и меня ещё вырубит. А, это я был, лол. Я тоже был. Это, мне кажется, просто с платформой нашей что-то. Да. Потому что люди-то вон сидят, они пишут джин. Так что... Надо точки написать. Давай я пока все не хочу ничего. Гей что ли? Покушать что-то. Гей что ли? Нет. Покушает он, тварь. Давай,
Сколько там времени идет? Чуть не знаю. Время, Мало. время. Час 50. Так, час 50. Сейчас я тебе скажу. Да хорош, наверное, я уже только на суперкатку. Ну я тоже где-то. Включусь. И в смысле со стримом. А там посмотрим. Ну давай у тебя полчаса, чтобы пожрать.